Настя? Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Я правильно понимаю, что сегодня, сейчас, это первое ваше телевизионное интервью? Да. Перед тем, как наступит час наступит, X. Да, наступит что-то сумасшествие наступит, на самом Дай деле. Бог. Потому что с 11 числа вы, стало быть, заменяете маму в проекте «Девчата». На... Какое вы слово? Нет, я ее не заменяю. Правильно, это я ошибся. Это... Я не заменяю маму. Заменить. Я просто продолжаю какую-то, наверное, ну, какую-то нашу семейную традицию, назовем это так. А вы готовы к тому шквалу публикаций, которые появятся о ТВ-звезде, в таблоидах, там будут вашу личную жизнь разбирать, просто вот по деталям. Вы знаете, вы вот готовы к этому? Я готова, судя по всему, ко всему. Так. А в этом смысле, знаете, что хочу сказать, это не самое страшное, что происходит и может произойти у людей. Я даже думаю, что это будет мне неким подспорьем в том пути, который я планирую и думаю, значит, как-то, ну, по нему как-то идти и продолжать то, что я начну сейчас. А что за путь? Путь, понимаете, в чем дело? История с девчатами, премьера которой будет в понедельник для меня, это абсолютно что-то новое, то, чего я никогда не пробовала, я никогда не была ведущей нигде. Я не работаю на телевидении, я больше занимаюсь театром. В этом смысле это для меня новая возможность, это какая-то новая история, которую я буду покорять. Но вот. Образование у вас почти профильное, ГИТИС. Продюсерский факультет, да. Но это же близко, вы же. Вы знаете, это близко, но понимаете, это совершенно. Понимаете, о чем речь? Конечно, понимаю, из-за этого надеюсь, что мне что-то все-таки удастся в этой истории делать. Я не могу, но я все равно не профессионал, понимаете, в чем дело в этой истории? У меня нет опыта, у меня нету жизненного опыта для того, чтобы рассказывать какие-то нон-стоповые истории, потому что у меня их просто нету. Но есть, наверное, что-то другое, что мне будет давать возможность сосуществовать с девочками в передаче. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».